Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ежедневные задания, давай-ка посмотрим, новенькие у нас. Так, разыграйте 3 танцующих зомби, выиграйте игру взрывоцветным растением-героем, и также выиграйте 2 игры с зомби-героем. Так, по поводу танцующих зомби, это нам придется играть за кого? За заразительную сальсу, я так понимаю. Хорошо. Давай попробуем сыграть за сальсу. Поехали. Надеюсь, получится. Хотелось бы навалять зюзюлей растениям именно заразительной сальсой, потому что я за нее, во-первых, давно не играл. А если и играл, то неудачно. Так, и нам выпадает орех в доспехах. Ну что, приступим. Опачки. Такс, друзья, у меня, оказывается... Ладно. Посмотрим, что у нас из этого получится всего. Угу. Ну, давай так сделаем. Смотри-ка, подсолнышек поставил, а? Здравствуйте, приехали. Уже блок, ребят, срабатывает у него, прикинь. Так, ну я не дам ему, естественно, ребята, здесь сильно раздухариться. Не-не-не-не. Ну что, хилку сейчас еще врубит? Нет, хилочку он, ребят, не врубил. Как мы видим. Зачем я, правда, это сделал? Ну ладно, фикси, поехали. Так, так, так. Так, если он собирается врубать хилку, нам надо будет сейчас вот эту вот призывать. Логично? Посмотрим. Перемещает. Уничтожает. Ага, так. Еще один подсолнух. Погнали. Ну тут понятно, тут блок. Родник ему не поможет сейчас в данный момент. Так, еще 2 в лицо. А, 4 в лицо, ребят. 4 в лицо. И, наверное, сейчас будем вот этим добивать, скорее всего, ребят. Другого варианта я не вижу. Поехали. Вот это я тупанул сейчас. Смотри, смотри, смотри. Испугался, бедолага. Испугался. Так. Ну, допустим. Что же нам дальше сделать? Как нам дальше сделать? Ну, возьмет он там кучу хилок, допустим, да? Кучу хилок. Если сделаю, например, вот так вот. Вот так вот, да? Плюс вот так вот. Посмотрим, что он там придумает сейчас. Угу. Так, хилку поставить. Ну все, ребят, в принципе, ему... А, нет, подожди. Сейчас мы ему... А, пробили. Я думал, в блок ударит, но пробили. Хм.
Я даже сам, ребята, удивлен. Я думал, что в блок пробьем и все, потом придется, думаю, шляпником добивать его. Ну, ты понял, почему шляпником? Потому что только он бы там смог пробить его. Так, ну что? А, нам нужно еще выиграть игру зомби. Так, ну что, за кого поиграем-то сейчас? Заразительное сальце вроде бы нормально отплясало свое. За меха взять? За мех. Ну давай за меха возьмем. Пробные. Ну а почему бы нет? Ой, это не за мех, это же у нас, это у нас ржавый разряд, извините, ребята. Что-то я смотрел просто на за меха и в голове он у меня крутился. Конечно же, это ржавый разряд. Колода пробная, по-моему, спортивная, если не ошибаюсь, колода. Кстати, если мы сейчас перейдем с тобой на 40-й ранг, мы... Так, получим 200 очков, это будет 970. О, ну, кстати, приблизимся к 11 пакам. Вот что я хотел сказать. Ну что, ребятулечки, по... Что-то я... Ну ладно. Видимо, у меня какая-то заминка была. Что-то я не помню, чтобы я брал баллон. Блин, и опять у меня орех, а? Опять с этим орехом тут воевать. Он ландшафт поставил. Зачем? Ну, если я сделаю его... Допустим, вот так, ребят. Кого он там будет лепить сейчас? Орех ставит. Ну, пускай ставит орех. Единственное, что за орех он может кого-то припрятать. Он может этот пиколинат поставить туда, в принципе, ребят. Ну, мы сейчас посмотрим, что он будет делать. Кого он сзади него хочет там лепить? Никого. Никого он туда не поставил. Он на это рассчитывает, да? Так, рано или поздно его должны это допечь. И он что-то должен поставить серьезное уже. Ага. Так. Так, допустим. И это все, да? Давай так пшикнем, наверное, теперь. Ну, бомбочка-то у него, наверное, ребят, припрятана, мне кажется. Только вопрос, для кого? Может быть, у него даже ядерный гриб есть. Что, вероятнее всего, кстати. Угу, вот так вот, ладно, погнали. Наверное, ничего не будем делать. Или все-таки будем? Я воздержусь пока, друзья. Сейчас будем плодить. Сейчас будем плодить зомби. Как, ты спросишь? Ну, через защиту, естественно, ребят. Кактус. Кактус, значит, да? Ну,
ну давай, наверное, бомбанем сюда. Что, еще поставим защиту, наверное, да? Ой, хорошо-то как, ребят. Блин, сейчас если защиту поставят, будет не очень комфортно. Так, сейчас еще восьмерочка в лицо пролетит. Нет. Вот сейчас защиту будет ставить. Наверное. Нет, стенорех. Сдался, короче. Слабак. Да и шучу, ребят, нормально все было. Ну, не повезло. Повезло мне здесь больше. Ядерного гриба у него нету. Так бы мне тут было бы, ребята, очень невесело. Ну, а мы переходим с вами на 40-й ранг. Слушай, а по-моему мы... Да, ребята, мы с вами заработали, знаете на что? На 11 паков. И это круто. Сейчас мы их будем... Или не... Или подожди. Да, накопили. Так, ну что ж, давай тогда открывать. Забирать и открывать. Так, заходим в наборы. Заходим в наборы не для меня, а обычные наборы. Так, и сейчас мы определимся, какой лучший наборчик нам приобрести. Этот, ну, в принципе, неплох. Но у нас очень много уже вот этих всех. Простите. Давай посмотрим, что. Ну, вот это тоже, кстати, неплохой наборчик, ребят. Угу. Так, ну, можно, в принципе... Вот это вот меня интересует. Так, а в этом у нас... Такое себе, да? Так, а здесь? Тоже неплохо, но... Я на ребят вот этот вот куплю. Вот этот вот. Вот этих танцоров бы мне для танцующих, для колоды танцующих зомби. Вот это было бы круто. Ну что, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, ребят, 11 паков. Вскрываем. Угу. Пока идут просто карточки. Особого тут интереса они мне не предоставляют, потому что у меня их все, они по 4. Так, бобы. Арбуз, вот это, кстати, хорошо, ребят. Мега редки есть. Гриб. Так, только дайте легендарку, пожалуйста. Есть! Какая? Ну-ка. Блин, звезда, ребят. Ну, что сказать? Ну, я звездочка, если честно, не особо пользуюсь ей. Поэтому сказать, что я опупенно рад, не могу. Но, тем не менее, ребята, любая легендарка — это все-таки хорошо. Это лучше, чем без нее. Поэтому грех жаловаться. Ну что, а у нас, ребят, последнее задание — это на выиграть игру взрывоцветным растением героя. Получается, это, по-моему, картошка у нас взрывоцветная, если я не ошибаюсь. По-моему, картофан, да, вот у нас взрывоцветной. Вот. А подожди, а у нас только картошка или еще кто-то? А вот, например... Не, зеленый тебе нифига. Вот кто у нас тут, ребятушки, есть. У нас же ягодка, ё-моё. Наш подсолнух, конечно же, вспышка на солнце, ребят, взрывоцветной. Вообще, как накатим этим зомби. Или зомби накатят мне, одно из двух. А что такое три? Три новых карты у нас появилось, да? Именно для... Именно для подсолнуха, получается. Так, нашли. И года не прошло. Так, ребят, 21 ранг. Маркинг какой-то. Ну, в принципе... В принципе, сгодится, наверное, да, друзья? Ну, посмотрим.
Ну, блин, ну почему вот это вот бяка выпала мне, а? Ой, зря. Ну, вот это ты, парень, сделал глупость на самом деле. Ладно. Но у меня есть два варианта. Либо его через эту уничтожить, либо через ягу. Ну давай, наверное, так все-таки бомбану. Жалко, конечно, цветочек, но... Зато... Так, он на танцорах получается, да? Он на танцорах пошел играть. Блин, вот этот вулканчик, вот эта вот огненная лава, мне, честно говоря, не в тем. Потому что если я буду даже грибы ставить... Давай смотреть, кто там у него. Ах ты, гадюка, ты... Ты посмотри, а, как... Что ж я так тупанул? Ладно, ребята. Первым нанес он мне урон. Так, у нас виноградинка здесь есть. Так, ну если у него... Блин, не нравится мне, не могу сюда грибы поставить, ребят. Что делать? Пам-пам-пам-пам. Там кто-то пам-памкает. Он уничтожит мне его. Поверь мне. Давай так сделаю. Берем его, как говорится, отсюда с поля. Зря я тоже, конечно, так сделал. Транжирю. Вот эти вот две карты в данный момент, ну что-то вообще как-то не в тему. Опять выпал микс. Давай так сделай, посмотрим. О, прокачивает себя, да? Так, это получается 5 энергии, потом 6. Блин, у него по картам пока все нормально, ребят, в отличие от меня. Выпала клубника. Видишь, тут ягодная эволюция. Мне, ребят, нет резона сейчас пока ставить, поэтому я попущу ход. Угу. Ну, а что, получается, надо вот так вот, ребят, схлопотать. Давай сделаем вот так вот. Ты серьезно, блин? Я надеюсь, защита сработает? Сработала. Пускай сидит. Так, сейчас будем кукурузу выпускать. Погнали, ребят. А что делать-то еще? Ну что же, выпускаем грибы. Сейчас посмотрим, ребят, что мы тут сделаем. Скорее всего, будем выпускать грибы плюс этот. Ну вот так вот пока. Посмотрим, что у него там есть в запасе. Как он сможет с нами справиться? Ну, по крайней мере, ну, двух он, наверное, сможет уничтожить. Восстанавливаем все здоровье. Пам. Пам. Только не защита, ребят. Угу. Где мои эти-то? Я не могу никак понять.
Так. Ладно. Понятно, сейчас танцоров своих давай сюда, вот на лаву танцора. Специально, что ли, так получается все время, а? Ну, нормально, ребят. Так, что нам сделать? Во-первых, сделаем вот так вот. На лаву давай, прыгай. Так вот сделаем. Так, куда-то сейчас убежит, наверное, да? Все. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо, ребят. Вот это плохо. У меня карты кончились. Он же по три бомбит, да? А, не, по две. Ну, банан-то фигли, а. Вот это, конечно, штука будет очень сильно мне мешать. Дайте мне микс, фруктовый микс, пожалуйста. Ну ладно, тоже пойдет. Не дали мне фруктового микса, к сожалению, ребят. До свидания. Это все, что у него, оказывается, было. Да. Ну. Ну, не повезло ему, ребят. Че? Мне повезло, ему нет. Как ты видишь, мы здесь все сделали четенько. Так, теперь что у нас? Теперь, по-моему, ежедневка, если я не ошибаюсь, там осталось, но. Ну, ребят, головоломная вечеринка. Я их, блин, терпеть не могу. Если вы сыграете неправильно, то вы можете уничтожить самое важное или вовсе открыть ящик Пандоры. Плюс ночной колпак. Ядрен, мадрен, вы серьезно? Офигенно. Офигенно. Так, мне нужно сделать так... Блин, а как тут так сделать, чтобы он... Надо, чтобы он эту ягоду мне уничтожил, так? Получается, что нам нужно... Нам нужно как-то прикрываться. Ну, насколько я могу понимать, первым, что нужно сделать, это бомбануть сюда. Угу. А вот как тут вот сделать, извините меня, ребят. Тут-то он же... А как действительно тут? Если вы неправильно...
Все, ребята, я понял, что неправильно. Надо было ягоду ставить не сюда. Хотя, подожди, почему не сюда-то? А, ну правильно. Эту ягоду надо было ставить сюда, бить по этому зомби. Здесь переходить сюда, бить, опять же, по этим зомбарям. Бочка бы нам ничего не сделала бы. Да, я, ребят, тупанул. Ну, сам виноват. Бочка бы мне ничего не сделала бы. Я только сейчас допетрил. А так мне сейчас всыпет. По первое число. Да, ребят. Сглупил. Не надо было трогать бочку. Вот что. Ну, сам понимаешь. Тут надо было подумать. Я что-то поспешил. Я уже потом понял, что бред какой-то я сделал. Ну что, дорогие друзья, все. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.